Стефан Ружечка будет исполнять этот штрафной бросок. Тоже Василий Кошечкин сам заработал. Посмотрим. Бросок, гол! Записывает свой актив в гол Ружечка. Подсластил, так сказать, горку. Пилюлю, ну что-то... Никто не спешит возвращаться на лед. Два становится счет. С чем связана пауза? Ни спартаковцы, ни череповчане не собираются выходить на лед пока.